Так, Вазик у нас от борта выходит. Но по нам он работать не сможет, потому что там союзники его контрят сейчас. Поэтому, я думаю, неплохой момент, чтобы поджаться под него и начать играть в упоре. Надеюсь, меня кто-то хотя бы поддержит в команде и поможет с этим Вазиком. Потому что Вазик это все-таки танк с двумя снарядами. А это больно. Это косарь урона. Косарь урона ловить не хочется. Но я думаю, можно будет отработать сейчас. Понял. То есть, я понял. Ты сильный. Я понял. Все. Я запомнил, я записал. Ты сильный, мне нужно тебя бояться, окей. А, ТВП сзади, ух ты. А как это так оказалось? Ужас. А, ну все, я погиб. Класс. Хорош. Засада, видели какая, да? Еду в позицию, никто не светится, все танки светятся на внешней стороне. Заезжаю только в позицию, с каждого угла выходит ТВП плюс Центурион. Классный бой, шик. Ну все, вся светуха к коту под хвост и вся сессия тоже в дерьмо после этого боя. Да, сейчас будет 4900. Прикольно. И отметка сразу же на минус 0.7. Шикарно. Меня Вазик затягивает за собой, ТВП стоит за стеной, ждет, пока я подлечу. Центурион стоит в закрытую, тоже не светится. Я только выезжаю, и они меня с трех сторон зажимают в один тайминг. Вот так вот играют европейцы.